Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами поговорим про шарлатанские лекарства, как их вычислить и какие общие черты для них для всех характерны. Итак, мы начинаем. Скорее всего, вы, ваши друзья, родственники, коллеги, конечно, дети наверняка уже сталкивались с подобной рекламой повсеместно, но наибольшее количество такой рекламы, конечно же, в интернете, потому что это место с наименьшим количеством цензуры. Существует множество откровенно шарлатанских средств, которые рассчитаны на внушаемых и доверчивых людей, любителей полечиться волшебными лекарствами от всех болезней. Определить эти псевдолекарства несложно. Существуют определенные слова, выражения, лозунги, к которым они чаще всего прибегают. Проделывают это данные мошенники от фармакологии именно для того, чтобы заманить в свои сети самых внушаемых и доверчивых людей. Итак, особенности рекламы таких шарлатанских препаратов. Во-первых, это ссылки не на конкретные официальные исследования, а лишь на рассказы о том, как это помогло данному ребенку или какому-то известному человеку. Далее, конечно же, упоминание о том, что данный препарат очень долго скрывали, что он секретный, что все боялись, что врачи останутся без работы и подобные заявления. Далее, это что-то, что очень сложно достать на каком-то одном острове, какое-то очень редкое растение, какой-то невероятный зверь, про которого вообще все забыли, никто не знал о его существовании. То есть что-то, что сложно достать, дефицитное, уникальное. Еще, конечно же, все самое натуральное, якобы без примесей каких-либо химикатов, лекарственных веществ. Все только от матушки природы. Нам обязательно пообещают очень быстрый эффект, никаких побочных, никаких негативных, отрицательных воздействий, только все самое положительное и исключительно быстрый результат. Ну и, конечно же, нам обещают не излечение от какого-то конкретного заболевания, а, скорее всего, это будет комплекс синдромов, симптомов и заболеваний, то есть практические лекарства от всех болезней. Итак, дорогие друзья, если вдруг вы встретили рекламу с подобным содержанием, пожалуйста, пройдите мимо, не платите этим шарлатанам и не плодите этот псевдолекарственный бизнес. Не нужно ни в коем случае экспериментировать на себе любимых, на своих родственниках, друзьях и, конечно же, детях. Итак, с вами была тетя доктор, желаю всем крепкого здоровья и до новых встреч!